лежал, и на работе полнейший минус. Но наш герой не сдается. Слезы вот и по жизни идет и смеется. Вот он, смотри, он самый счастливый из нас. И с руны небесами он нам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки. И мудрым словом он лечит души. На все вопросы он знает ответы. Всегда подскажет, как сделать лучше. А что его ждет впереди? Ох, там все не так гладко, но все же он победит. Парень загадка, он самый счастливый из нас. Избранный небесами, он нам не старый баркас, а фрегат с парусами. И в чем же причина тогда? Две обычные строчки ждут его дома всегда. Yeah.